Сегодня в Салехарде на базе Ямальского многопрофильного колледжа стартовал региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучшая акушерка». Боролась за это звание и жительница нашего города. С ней пообщалась наш корреспондент Альмира Новоселова. В тяжелые часы родов акушерки рядом с будущими мамами. Оказывают им помощь и, что особенно важно, находят для них необходимые слова поддержки. И первыми видят малыша именно они, помогая ему появиться на свет. Сегодня ямальские акушерки и студенты, обучающиеся по этому профилю, поборолись за звание «Лучший в округе». Сейчас в конкурсе принимают 6 муниципальных образований и 6 студентов Ямальского многопрофильного колледжа. Конкурс будет состоять из 2 этапов. Первый этап – это теоретический, решение ситуационных задач. Они тянут билет, на подготовку каждому дается до 15 минут. Второй этап – это практическое задание. Практическое задание для работающих и практическое задание для студентов разное. Но в рамках, допустим, работающим одно практическое задание единое для всех, и для студентов единое для всех. Но по категориям будет разным. Порядок участия в конкурсе определили жеребьевкой. Акушерки выбирали браслеты с номером. Затем организаторы для воодушевления правильного настроя зачитали участницам стихотворение. Молодых удел семей нарожать себе детей. Акушеры только рядом, всегда помогут делом, взглядом. И в теории, и практике по одному заданию. И несмотря на то, что в повседневной работе каждый из конкурсанток сталкивается с ситуациями, описанными в задачах регулярно, волнение дает о себе знать. Оксана Сухоставская в Лабытнанском родильном отделении работает 2-й год. До этого 6 лет работала в Луганске, училась там же. О выборе профессии долго не думала, точно знала, что хочет видеть, как рождается счастье. Когда ребенок рождается, ты принимаешь самую важную, наверное, участие в его рождении, ты даешь ему новую жизнь, и это не может радовать как бы так нас. По итогам теоретического и практического испытания в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучшая акушерка» среди студентов стала Валентина Тимяшкина, а среди работающих – Анафта Тарханова из Нового Уренгоя. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».